Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать свой видеоотзыв на мой самый-самый-самый любимый дезодорант с сайта iHerb. Это Real Purity. Роликовый дезодорант, у него 89 мл. Раньше у него была чуть другая упаковка, сейчас они сделали ребрендинг этой упаковки и чуть-чуть по-другому она выглядит. Почему он самый любимый? Потому что реально с ним я могу проходить целый день, активно занимаясь чем-то, ездить на велосипеде и не беспокоиться о том, что будет какой-то запах пота. Он классный, он шикарный, натуральный, у него хороший состав. Сейчас я попробую его показать вам. На первом месте, конечно, вода, и потом начинается очень много всяких экстрактов, которые в этой смеси дают такой эффект хороший именно защищенности от запаха пота. Я не скажу, что с этим дезодорантом я прямо, деодорантом, кстати, с ним я прямо так не потею, да, не выделяется пот. Он выделяется, но за счет того, что тут очень много травок, веществ, которые борются с бактериями, которые как раз провоцируют вот этот неприятный запах. Ролик очень удобный, вот так он выглядит, хороший, очень хорошо прокручивается, но вот что могу сказать, вот по опыту использования уже где-то больше 2 баночек или 3 этого дезодоранта, его нужно каждый раз, когда уже близится к концу ваш этот продукт, то нужно переворачивать, чтобы не ждать, пока он вот с такого состояния перельется, перейдет по вот этим стенкам вниз на ролик. Негатив один в нем то, что он, в принципе, довольно дорогой. То есть на данный момент он, по-моему, $11 стоит на сайте iHerb. Но иногда, когда у меня просто уже зашкаливает эмоция других дезодорантов, я все-таки его снова заказываю и использую именно его. Особенно часто я его использую именно летом. В зимний, осенний период я могу, в принципе, обойтись кристаллом. Ссылку на его отзыв я поставлю где-то сюда вверх, чтобы вы могли посмотреть отзыв на другой дезодорант, который намного бюджетнее, чем этот. Но все равно вот ему я ставлю 5, и притом, несмотря на его цену, вот реально 5. Очень классный дезодорант, полностью натуральный, хорошая защита, но вот минус это, конечно, цена его. Но если сравнивать с ценой на тот же Виши, да, который 48 или 24 часа без запаха пота, то, в принципе, несоизмеримый, но тут 89 мл, и он полностью натуральный, а там все-таки используются такие вещества, которые нежелательны для женского особенно организма. Рекомендую попробовать без тестов на животных, слава богу, без всяких химических веществ. Он реально работает, и вот это самый лучший дезодорант, который я пробовала именно с сайта iHerb. Рекомендую его тоже попробовать. Иногда на него бывают акции, но, к сожалению, когда акции, то очень быстро его разбирают, поскольку он реально стоит своих денег. Рекомендую, попробуйте и отпишитесь про ваши впечатления от этого дезодоранта. Спасибо, что смотрите меня. Пока. Всем удачи и здоровья.